Христианин торжествуя, христианин торжествуя, обновляет путь зима. Христианин торжествуя, христианин торжествуя, обновляет путь. Христианин. Христианин торжествуя, обновляет путь. Торжественно обновляет путь. 8 рублей. Его лошадка снег почуя. Какая важность. Снег почуя. Люди больше проигрывают. Рысью как-нибудь. Да ничего. Как-нибудь. К тому же деньги сделано жирно. Летет с рысью как-нибудь. Летет с рысью. Рысью как-нибудь. Торжествуя. Влепить бы ему десерт горячий. Шистый взрывай. Не очень бы торжествовал. Кобылка удалая. Чем торжествовать? Кобылка удалая. Подать тебе исправно платил. Взрывая. Шистый. 8 рублей. Взрывая. Летит кобылка удалая. Не 8 тысяч, а? Всегда бразды взрывая. Еще бы навскачь понеслась. Рысак какой нашел. Скажи на милость. Удалая. Вот рассудительный мужик, раз пьяный лошадь гнать, а как угодит в прорубь или во враг, когда и возить. Мальчик, поскочи, только мне такие трус, кипидар пропишу, что лет 5 не забудешь. Жучку посади. И зачем я только с маленькой пошел? Пойди я с туза. Не был бы я без двух. Смертный. Мать грозит ему окно. Десятку в сущности наделал, да? Мать грозит ему окно. Вы принесли же ее? Грозит ему в окно. Ему. А мать грозит ему в окно. Да и собака. Грозит ему в окно. Не пройти, не проехать. Ему в окно. Окно. Был мне после ужина не садиться. Поужинать бы да уехать. Я не торжествую. Знала бы, ну, чик-чик, чик-чик. Это лучше, чем пальцем-то грозить. Зима. Вот гляди, вот мой ты из него пьяница. Я не торжествую. Кто это сочинил? Пушкин, папаша. Пушкин. Так попишут. Даже вот чудак какой-нибудь. Пишут. А что пишут, сами ведь не понимают. Лишь бы написать. Ваня. Иди. Я тебя высеку за то, что ты вчера стекло разбил. Ну, Ванюша. Эх, Ваня. Эх, Ваня. Ha, 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 ha